Хорошая вещь – стресс. Нравится вам стресс? Замечали, что бывает в нашей жизни стресс? И оказывается, стресс – состояние перманентное. То есть постоянно мы находимся в этом состоянии. Мы уже настолько привыкли находиться в состоянии стресса, что даже не замечаем. И стрессом называем лишь те состояния, когда оно действительно что-то взрыв какой-то произошел. Когда приезжаем на природу, в парке гуляем, да, садимся на лавочку, хотим немножечко посидеть, успокоиться, а без телефона жить не можем. То есть уже настолько привыкли вот к соцсетям, телефонам, к тому, что надо что-то решать, что-то надо взрывать, что-то надо толкать, что вот как-то кажется, а как без этого жить? Вот это называется, что человек привык уже к стрессу. Век, в котором мы живем, век стресса. Привыкли, но иногда кажется, что вот стресс действительно наступает. И что делать с этими состояниями, когда вот прижимается всех сторон и плохо становится? Что люди делают со стрессом? Что люди делают обычно, когда стресс наступает? Пьют кофе постоянно, кушают булочки, пьют водку. Ну, кто как, у кого как получается. Кто-то более экологичные методы избирает, прыгает с парашюта. Знаете, так прыгнул, адреналин, и хорошо, приземлился, слава богу, жить. Иногда люди какое-то хобби устраивают для себя. Вот у одного человека было много проблем, он пришел к своему тренеру, наставнику, спросил, что-то плохо живется мне, что делать? Он говорит, заведи козу. Он говорит, козу? Да, помогает на балконе, вот здесь, в Лондоне, на балконе, заведи козу, будешь кормить ее на балконе, вот так вот, ну, траву ей покупать, капусту. Говорит, ну хорошо, завел козу, через неделю приходит, жизнь стала вообще невыносимой. Что, прям серьезно? Вообще никакого житья не стало, с этой козой еще. Она хочет все время выпрыгнуть на проезжую часть балкона, я не знаю, что делать. Ну, отдай козу. Он отдал козу, приходит, знаете, жизнь-то наладилась. То есть есть разные способы, как можно решать стрессовые ситуации. Кто ходит по магазинам, да, ночью, кто-то еще что-то делает. По-разному происходит. Я вам предлагаю сегодня познакомиться. Вы можете оставить все те способы решения стрессовых ситуаций. Я просто хочу познакомить, что есть еще один метод. Он такой экологичный, без побочных эффектов. И стрессовые ситуации, состояния можно решать с помощью медитации и молитвы.